улица Крещатик и знаменитая высотка на Крещатик 25, построенная в 53-м, кажется, году после відбудови Крещатика после войны. До войны, конечно, здесь совершенно другие дома стояли, они были взорваны, все были взорваны. Вот этот весь ряд домов, он полностью был взорван в 41-м году отступающими большевиками. Когда немцы заходили в Киев, то большевики взорвали вот весь этот ряд домов. Тут были другие дома, они стояли на 20 метров ближе ко мне. Они взорвали их вместе с киевлянами. Тут было от 10 до 30 тысяч трупов. Вот такая была грустная история. А уже после войны силами киевлян, а также силами пленных немцев был отстроен Крещатик и, в частности, вот эта знаменитая киевская высотка на Крещатик 25. Всего в Киеве, это свои так называемые сталинские высотки, в Киеве их две штуки, в Москве, по-моему, 7 штук. Вот, ну, вот такая вот история была у нас с Крещатиком. И туда можете посмотреть, в сторону Бессарабки. Там дальше Бессарабский рынок и конец улицы Крещатик.